Я рада вас приветствовать на нашем традиционном мероприятии. Стало уже доброй традицией в рамках недели здоровья и безопасности проводить тренировку с нашими гостями. Приветствую вас. Приятно видеть здоровых и активных металлургов. Мы вам покажем несколько упражнений, чтобы хорошо держать себя в форме. И делать зарядку. Ничего сложного. Никаких сложных упражнений, так чисто пробежка и там отжимания, приседания. Хорошая зарядка для тех людей, которые не занимаются спортом. Это хорошая разрядка от работы. Впечатления положительные. Это такой определенный груз ответственности, потому что если ты будешь делать какое-то упражнение неправильно, то люди будут за тобой повторять. Поэтому каждое упражнение нужно делать правильно и качественно. Впечатления остались очень хорошими. Я очень рад, что нас позвали на это мероприятие. Спасибо большое всем участникам.